Здравствуйте, товарищи! Вот и подошла очередь прохождения за Империю Восходящего Солнца в игре Red Alert 3. Перейдем к прохождению игры. Интересный такой момент. Роль императора в Red Alert 3 сыграл небезызвестный актер Джордж Такей, который играл в оригинальном сериале «Звездный путь» рулевого корабля Enterprise Хикару Сулу. Сегодня настал судьбоносный для нас день. Ни дня более мы не станем терпеть пагубное влияние гайдзинов. Пока они грызлись друг с другом, мы подняли с колен нашу страну, создав империю восходящего солнца. Командир, именно вам предстоит возродить кодекс Бусидо, путь воина. Вы войдете в наш новый сигунат, в который войдут полководцы со всех уголков нашей родины. Совместно мы нападем на Советский Союз и сомнем не только войска, но их лидеров, их боевой дух и надежду. Видимо, эти японцы настолько обнаглели данной вселенной, то решили сразу от слов перейти к делу и отнять Курилы. Мой сын, кронпринц Тацу, поможет нам в этом священном деле. Тацу был ответственен за подготовку наших новых армий. Спасибо, отец. Командир, наши нанотехнологии лучшие в мире. Да, лучшие технологии немцам в 41-м году не помогли. Да, но не забывайте, одной лишь технологией врагов не уничтожить. На то есть наша храбрость, честь воинов и наша мужественность. Командир, позвольте представить нашего старшего офицера связи, Мисуки Тояма. Это честь для меня. Клан Тояма служил императору 10 поколений подряд. Да, мой отец следует путем предков, и в его словах звучит мудрость веков. Но пришел новый век, командир, и новый мир. Вы обязаны достичь победы. Командир, вам предстоит захватить небольшое поселение, расположенное на самом севере Советского Союза. Городок этот находится недалеко от ключевой военно-морской базы русских. Его жители сейчас отмечают приход Нового года и не ждут подвоха, так что вы застанете их врасплох. Император приказывает уничтожить их верфи, сломить их волю и превратить их праздник в день скорби и поражения. Что-то прям какие-то фашисты, а не японцы. Короче, под карикатурные японцев тут аллюзия на Японию периода Второй мировой войны и их геноцид и агрессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 31 по 45 год. Тут уже места для смеха нет на самом деле. Что-то здесь, мне кажется, разработчики чересчур переборщили.
Советский воин с мечом в руках, это... Ребята вообще, видать, не в курсе той культуры, о которой вы эту игру сделали, судя по всему. Этот бой имеет большое значение для Империи, командир. И да пребудет с вами удача. Русские верфи очень надежно защищены орудиями Тесла. Вы должны уничтожить их энергостанции. Действовать нужно решительно. Получено новое задание. Я Синзо. И сегодня мы достигнем победы во славу Императора. Ведите войска. Я прикрою с фланга. Ну что ж, надо замаскироваться за транспорт Голиафа и пробраться внутрь. Это особенность японских БТРов. Довольно легкое начало. Так, ну что дальше? Вторую энергостанцию. Надо снова замаскироваться. Что-то не маскируется, что-то баг какой-то непонятно. Во! Мне кажется, не достать нам, лучше по этим самолетикам сбить. Так. Сломить их волю. Уничтожьте все их памятники. Зачем памятники уничтожать? Прям какое-то варварство, реально. Судьба этого поселения — пасть перед Великой Империей. Идите, я за вами. Давайте-ка сначала уничтожим казарму, а потом уже все остальное. Что, замаскировались? А чё один-то замаскировался только? Что-то багует как-то. Кажется, здесь проходил какой-то... Так, сейчас памятник первый сломаем. Ну, на самом деле, на наш памятник вообще не похоже. В основном на европейский похож. Тем более, вообще, какой-то рыцарь на коне в советском бундировании. Что-то вообще, что-то невразумительное. Войска пока маленькие, нам противостоят. Сопротивление довольно слабое. Тем не менее, потери у нас уже все. Понесли потери.
небольшие, но тем не менее. Мы уже в пути. Получено дополнительное задание. Инженеры направляются к берегу. Давайте попробуем, пока ожидаем инженеров, уничтожим вторую статую. Инженеры прибыли. Вы можете использовать их для захвата зданий. Я захвачу больницу. Я запровожу вас. Ваша мудрость не знает границ. Объект подошел. Да, да. Рушьте статуи. Боевой дух врага падет. Разрушьте. Какой-то прям император совсем злобный. За такого даже воевать не хочет, честно говоря. Терпение, благодетель. Я готов. Хорошо. Воевой транспорт на связи. Я вас доставлю. Согласен. Отправляйся. Обнаружен противник. Щит там за Дарт Вейдер на мотоцикле. Посмотрите внимательно. Вообще капец. Наши агенты уже проникли в указанный сектор. Найдите их. Агенты помогут вам уничтожить пехоту. Так, памятник Дарт Вейдеру уничтожили, нефиг такие ставить на нашей территории. Чуть в засаду не попали. Так, удачно это мы в здание сели. Ой, танчик. Я думаю, проблем не будет у нас. Три противотанковых мужичка есть, да еще и у союзника есть. Ну вот последний памятник остался и казарма. Отлично. Уничтожили. Плохо тогда. Ну, агенты японцев, что говорить. Что же вы за офицер такой, а? Как можно нападать в канун праздника? Я убью вас быстро, чтоб еще успеть повеселиться. Это было прикольно сказано. Надо было добавить, что я уничтожу вас быстро, чтобы успеть пропустить еще пару штрафных. Было бы интереснее. Тихо. Что вас беспокоит? Я поэтому люблю играть за Советский Союз именно в этой игре, потому что, ну, реально прикольно. Интересные персонажи. Так-так, танки Тесла. Так нечестно. О, да, ко мне прибывает подкрепление. Вам следовало остаться сегодня в кроватке. Вообще-то танки Тесла без модов нельзя производить. Чё за... мухлёж? Эту станцию уничтожим самолетиками. Готовы бросить в бой штурмовую. Надо вторую отправить. Или не... ну, еще одну надо, да. Я вас доставлю. На союзника напали. Мы уже в пути. Согласен. Мы уже в пути. Отлично. Наши ниндзя тут атакуют неплохо. Так, осталось две электростанции. Да,
Так, кажется, мы одного случайно на диверсию отправили. Ну ладно. Вы будете уважать императора. Ну что, отправимся на последнюю электростанцию, и вопрос будет решен. Все, энергостанции уничтожены. Ой, танк Тесла. Мужики. Нечестно. Теперь, когда город в руинах, наши подлодки могут атаковать советские верфи. Уничтожьте все на своем пути. Дали нам несколько подлодок. Ну, противодействия я не вижу. Тем более, дредноуты не отстреливаются, что их уничтожить на раз-два вообще. Яри такие подводные лодки, слабенькие, но в большом количестве они как призывники довольно неплохо наносят урон. Ну, в принципе, задание тоже ничего из себя сложного не представляет пока что. Ну да, со своей спецификой, но... Честно говоря, очевидные обходные маневры и все вообще элементарно. Позволяет легко выполнить его. Я даже помню, как я просто уничтожал абсолютно все войска на этой карте, на максималке даже. Трудно было, но делал. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратегалон. До свидания, товарищи.